Чего ты на них издеваешься? Ну почему? Это новогодний это. Новогодний кот. Че, не видишь? Эльдар так не говорит. А, нет. Детские фотки взять. Что это? Нет, у меня есть подход к животным. Чувствую. Конечно, он чувствует, когда добрые люди либо нет. Но он все равно нервничает. Все, все. Эльдар, а скину? Да, скину. Очень хорошая игра. С наступившим, ребята, как бы, как говорится, хорошо жить не запретишь. Ой, сейчас, подожди. И корочку. Вот это. С винишком под хлебушек. Че, давай, понеслась? Давай. Если этого футболиста сегодня будет даже не момент, а... Рахимчик, ой, желтый или даже красный, не знаю. Что дадут тебе сейчас? Ну, давай, что-нибудь желтое. Ну! Сука, блядь, нет! Блядь, на, блядь! Да, да, блядь, блядь! Все просто рядом бегут вообще. Де Брюйне! Нет, все, еще. Знаешь, сейчас новая пошла лига вот, молодых этих. Де Брюйне, Рахим, да? Стерлинг. Это новые молодые звезды. Например, Бельгия, как себя показал на Евро офигенно. Ну, да. Всем привет, вот дошел к другу, играем тут FIFA 2017, я вам дальше буду снимать репортаж, нет, дальше я сниму, как я буду выигрывать и как будет льда у нас подтягиваться вот на этом периле. На брусе, да? На турнике. Эх. Да, всем привет. Сейчас я вот как раз пришел к другу. Второго. Не, сегодня у нас первый, да? 1 января. Вот. Играем в FIFA. Счет 0-0. Барселона выигрывает. Так что я чувствую, сейчас выиграет, и Ильдар будет тут подтягиваться как раз на этой штуке. Да. Второго. Не, сегодня у нас первый, да? 1 января. Вот, играем в FIFA. Счет 0-0. Барселона выигрывает. Вот. Че? Ты на телефоне? Так что... Да, у меня свой блог. Ты там не надо моих подписчиков. Вот, сними на камеру. Ты снимаешь, что ли? Да, включим, да. Что, снимаешь? 35-36. Привет. Опа! Играем тут как раз FIFA 2017. Счет пока 0-1. Я проигрываю. Но по статистике можно вот посмотреть, что Манчестер Сити 6 ударов. 6 ударов. Барселона всего лишь 3. Но точных прям ударов в створ ворот у меня больше. Но я думаю, сейчас я его догоню, и я вас прям оповещу, как я буду выигрывать. И он будет вот здесь вот подтягиваться. Вот, будем играть дальше. Не пил вообще. Ну, я тоже строитель. Барселона только что разыграла мяч, и второй тайм понеслась. Еще парочку тебя заколотить. Ба, я уже забил. Ах ты ж, вытащил, а. Тебе еще красное? Когда тебе дали? Да. А, вот за это, наверное, дали. Альба.
Ба! Бля, я думаю, через себя уже где-нибудь. Но. Бэй! Это Рахим Стерлинг. Да, да, именно я забил. Вау, вау, да. 2-0. Барселона только проигрывает. Ну что, в общем, 2-0. 5 подтягиваний. Серега. Ну что ж, теперь разбираемся проигравшие, что Ну давай на мой блок, у меня тоже блок свой, даже. 5 подтягиваний, ты прыгай. За проигрыш. За 2-0. Ладно. Ладно, нет, ну сейчас это прям все серьезно. Давай. А вот так уже, да? Да по-разному. Раз. Не, блин, нафиг. А, блин, все хрустнуло вообще. Можно с отдыхами. Все, три, нормально, больше не надо. Давай. Так, ну с отдыхами нормально. Блин, реально прохрустно, не могу. Ну травма и как бы это все. Production. Hail Dollar Q Production.